Добрый день, меня зовут Казарян Гагик Мушегович, доктор-травматолог сети клиник «Здравствуй». Врач-травматолог-ортопед занимается лечением патологии, заболеваний мышц, связок, сухожилий, суставов и костей. В нашу клинику «Здравствуй» в основном обращаются пациенты с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые не связаны с острой травмой. В основном к таким хроническим заболеваниям относятся артроз и артрит, и их дальнейшие последствия – это миозит, синовиты и бурситы. А также в нашу клинику обращаются пациенты с разной степенью плоскостопия, с пяточными шпорами, подошвенными фасциитами и вальгусными деформациями как первых пальцев, так и всех остальных суставов. Задача травматолога-ортопеда – точно диагностировать состояние пациента и подобрать наиболее подходящее лечение. В зависимости от результатов комплексной диагностики, врачом могут быть назначены различные методики лечения. Блокады и биопунктуры по болевым точкам, пункции суставов при выраженных воспалительных процессах и медикаментозная терапия при необходимости. В наших клиниках мы используем комплексный подход к лечению наших пациентов. Это мануальная терапия, рефлексотерапия, лечебная физкультура и другие методики, что позволяет нашим пациентам в короткие сроки восстановить здоровье. Приходите на консультацию в сеть клиник «Здравствуй». И наши эксперты приложат все усилия, чтобы вернуть вам радость движения.